На озере Гомель прошли областные соревнования по рыбной ловле на мормышку. Участие в ней приняли 9 команд, по 3 человека в каждой, из Витебской области. За состязаниями наблюдали преданные болельщики, которые поддерживали участников турнира. В этот день на удочку рыбакам попадались в основном окуньки. На этом озере обитают все виды рыб. И лещ, и щука, и сазан. Все зависит от сноровки и умения рыбака. Специально для участников подобрали призы, профессиональный инвентарь, удочки и снасти. По итогам рыболовных состязаний не было равных двум командам из Орши. Они увезли домой золото и серебро, наловив вместе порядка 2,5 килограмм рыбы. Тройку лидеров замкнула команда из Полоцка. Участников традиционно угостили ухой и чаем.